тот момент вице-президент РФС, ответственный за любительский футбол. Вот где сейчас Бауэр? А тогда он собрал мощное лобби вокруг своей кандидатуры. Накаленную атмосферу в зале поддерживали узнаваемые люди футбола. Настоящий. Я тебя по московскому «Динамо» знаю. Ты себя в московском «Динамо» всегда так вел. Да людям сказал. Ты виноват, что ты довел футбол до такого состояния. Почему нельзя?